Мне по роду своей деятельности приходилось работать и с людьми, которые прошли татуаж, скажем так, набивали себе татуировки в местах совсем не столь отдаленных 30-40 лет назад. И тогда были совсем другие краски, на другой основе, и совсем были другие нюансы. И должна сказать, что все-таки даже вот у меня личного наблюдения 4 человека, у которых была нанесена татуировка на нижней трети голени в виде колющего предмета, ножи и шпаги. Вот. И когда и у всех этих 4 человек было... Это частный случай, мое личное наблюдение, то, что я видела, 4 человека, и у всех у них было лезвие направлено вниз. У всех этих 4 со временем была ампутирована стопа на разном уровне, ну и нижняя треть голени на разном уровне. Причины у одного онкология, 2 сахарного диабета и, ну, и облитерирующий атеросклероз. Это то, что вот я видела сама, не хотела об этом говорить, но раз уж зашел разговор и краски и так далее, и там, но основное вот из коллеги, которые мне рассказывали про татуировки, именно онкологи, которые занимаются раком кожи, они говорили именно о той половине тела, где вначале была агрессивная татуировка и потом уже развитие онкологического заболевания. Вот, это, собственно, больше ничего особенного. Ну, спасибо за комментарий. Тут, конечно же, все эти вещи нужно изучать. Вот. Даже если мы говорим о какой-то символике, агрессивный, не агрессивный, то мы ее называем агрессивной. То есть символ холодного оружия, не обязательно агрессия, это все что угодно. Тем более, что мы в клинической психологии задумали агрессию изначально воспринимать как активность, которая свойственна любому человеку. Поэтому тут вопрос дискутабельный. Да, ну, большое спасибо за комментарий. Я думаю, что нам пора завершать. Сегодня у нас было не так много докладов. Клинических психологов вообще, в принципе, не так много, а клинических психологов, которые имеют дело с онкологическими пациентами, ну, их еще меньше. То есть, например, вот мы уже 3 года пытаемся... как-то говорить об онкологии пациентов, об их переживаниях в рамках клинической психологии. И всегда есть сложности с тем, чтобы сформулировать корректно, сформулировать и отразить реальность, которая существует. И набрать докладчиков, которые готовы, собственно-то, об этом говорить, потому что об этом говорить не так просто. Сегодня были озвучены некоторые проблемы, связанные с работой с онкологическими пациентами, и особенно последний доклад у меня вызвал определенные чувства, потому что доклад для меня был дискуссионным, поскольку главный вопрос, который я сама себе всегда задаю, зачем пациент идет в интернет, что ему там такого, чего ему не даст его доктор. Да? И, соответственно, я работаю в онкологии Петрова и веду пациентов в стационаре часто от момента постановки диагноза до его выписки, то есть это долгий путь. И в процессе этого долгого пути я так же, как и врачи, говорю пациенту: не ищите себя в интернете, вы там себя не найдете, они там себя ищут. Естественно, не находят, еще больше об этом травмируются, много чего себе придумывают, начинают про это переживать и жить, исходя из того, что написано в интернете, а даже не исходя из того, как они себя чувствуют и как у них проявляется процесс заболевания. То есть процесс большой, длительный и травматичный, процесс информирования. Поэтому это тема, которая требует большой разработки, и не только связана там с интернет-ресурсами, а связана и с тем, как специалисты на местах это делают, да, как клинические психологи вообще, их функция информировать, как делают это они. То есть, ну, это представляется крайне важным. И хотелось бы, конечно, в следующий раз, когда секция в следующем году состоится, увидеть побольше проблемных докладов. Спасибо большое, Кристина Архановна. Коллеги, есть ли еще вопросы к дискуссии или вопросы, которые вам хотелось бы сейчас задать? Если таких вопросов нет, то если уж говорить об информированности, то, мне кажется, именно форумы такого масштаба дают нам наилучшую возможность обменяться информацией,
напитаться информацией, напитаться новыми идеями, и я прошу тогда... А, есть вопрос? У нас появился вопрос. Не прощаемся. Да, очень короткий вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Город Набережные Челны, Республика Татарстан, клинический психолог. Нам бы очень хотелось знать, вообще вот в Санкт-Петербурге или в Москве какие-то вещи по обучению именно клинических онкопсихологов проходят у нас, потому что конечно. В Татарстане этого вообще нет. Где можно узнать информацию? Давайте я вам сейчас скажу, что потенциально есть программа, хорошая программа с хорошими обеспечивающими документами как раз в онкологии имени Петрова. Вам нужно зайти на сайт, связаться с учебным центром и посмотреть условия участия. И, в общем, это такие уверенные и хорошие документы, а в программе участвуют разные специалисты разных направлений. Если речь идет чисто о практической психологии, то уже в Институте практической психологии ИМАТОН есть пятидневная программа для практического погружения. Это семинар-тренинг. Туда тоже можно, да, зайти на сайт, поинтересоваться, посмотреть условия участия. И там тоже есть сертификат человека, который прошел повышение квалификации по этому направлению. Еще хочу вам сказать, что, я думаю, в ближайшем будущем разнообразные вузы СПбГУ, Герцена, Первый мед. Я знаю, что они желают оснаститься программами по повышению квалификации онкопсихологии. Еще какие-то места тоже это предоставляют. Что мне представляется важным и, собственно, для чего делалась Ассоциация онкопсихологов Северо-Западного региона, чтобы все-таки эти вопросы преподавались людьми, непосредственно работающими в этом направлении. Да, мы ведь не должны обучить человека вообще клинической психологии или психотерапии. Мы как раз даем вот эту вот переориентацию именно на нашу область. И в этом смысле отслеживайте ведущих в том плане, да, заявления их организациями как непосредственно работающих в этой теме людей. Вы знаете, что касается Петрова, то это вообще всегда целевой запрос. Вы связываетесь, ставите в лист ожидания, и в зависимости от того, готовы ли за вас заплатить организации существенные деньги, вы можете пройти индивидуальное обучение, либо вы будете ждать, когда наберется группа, и тогда это будет дешевле. Совершенно точно раз в полгода сориентироваться в этом вопросе в ИМАТОНе гораздо проще. Это зависит от того, какого уровня удостоверения вам нужно. Понятно, что когда вы получаете документ онкологии имени Петрова, это уже очень весомый фактор в вашем переобучении. Но если нет таких требований в вашей организации, а вам важно только, чтобы ваше присутствие в этой сфере рабочей было экологичным, если вам важно самому поднатореть в этом практическом деле, то за 5 дней это вполне возможно сделать и в ИМАТОНе. Это на ваш выбор, на ваш вкус. Гуглите, сейчас это представлено. О, москвичи! Москвичи хотят перехватить инициативу. Не перехватываем ни в коем случае, потому что действительно у вас потрясающий опыт, и классно вы готовите, работаете, тут вообще сомнений нет. Спасибо. Ситуация в Москве следующая. Вот Ольга Милевна сейчас очень-очень занята, там вот на втором ряду. Вот. Дело в том, что в Москве действительно есть несколько возможностей, но сейчас все-таки достаточно продолжительное время, да, то есть получается около 10 лет, да, проводятся циклы, которые организуют «Ясное утро» совместно с вузами, и там, в общем-то, проводят эти занятия онкопсихологи, да, это циклы, естественно, с документами государственными о подготовке. Скажите несколько слов, Ольга Эмильевна, о подготовке онкопсихологов. Маргарита Валерьевна рассказала про свой курс. Да. У нас просто географически мы немножко разделились. Вот, Питерский, два дня идет, не только правильно? Мой вкус. Нет, не только мой курс. Сводный курс в Петрова. В Петрова под эгидой Валентины Алексеевны Чулковой. Она собрала специалистов-практиков в этой области. Там большая обучающая программа. В Москве он есть, мы его делаем обычно 3 раза в год, но там, кто регистрируется, мы высылаем уведомления. Но он, в принципе, есть, но, опять же, возвращаясь к тому, что профессии онкопсихолога нет, квалификации нет. Да, мы, конечно, такой курс, собирая свой собственный опыт и свои знания, делаем, но на самом деле
вряд ли это является причиной, решающим моментом при приеме клинического психолога в стационар, честно говоря. У меня, например, как у человека, который работает на этих циклах, да, уже много лет, тоже достаточно такая порой дилемма, и поскольку основное место моей работы – это РНИМО имени Пирогова, да, кафедру я там возглавляю, психологии, и там у нас есть возможности организации циклов, но пока нам проще организовать циклы для врачей. Да, но они такие больше действительно практикоориентированы. Поэтому циклы для психологов, они как бы в перспективе, да, но, может быть, в рамках там есть разные формы переподготовки по клинической психологии, и в рамках этой переподготовки большой блок по онкопсихологии. Но вот на данный момент, если говорить о обучении психологов, то да, получается, в Москве вот именно пытаются что-то делать различные институты, государственные и негосударственные. Сама участвовала там в разработке программы для Института психотерапии и клинической психологии Гордеевского института. Но пока на данный момент и действительно мощно, твердо и уверенно это, да, вот то, что делает Ясно утро в Москве. Если уж говорить, да, о программах, то как раз вот в Эматоне мы с Кристиной Архановной по очереди, да, преподаем это направление. Но мне кажется, что сейчас сориентироваться в этом поле достаточно просто. Набираешь ведущего, гуглишь его причастность к практической деятельности, может быть, знакомишься, да, с нашими публикациями или с какими-то блогами нашими или ютубами и делаешь свой сознательный выбор, куда мне ехать. Слава Богу, интернет нам всем тут в этом деле в помощь. Уважаемые коллеги, мы потихонечку заканчиваем. И, кстати, последнее слово, да, про ассоциацию онкопсихологов, как раз мы ее и формировали для того, чтобы подтверждать деятельность специалистов, потому что только ленивый сейчас не преподает онкопсихологию, например, в Санкт-Петербурге. И нам было очень важно создать организацию, которая может рекомендовать, и даже некоторый реестр у нас в городе будет людей, которые работают в этой области и делают это не напрасно. Хочу еще раз искренне поблагодарить руководство Национального центра онкологии имени Петрова и всех, кто имеет отношение к проведению форума этого онкологического, за то, что в нашей стране достаточно новой и пока еще не выделенной специализации онкопсихология предоставляют место, предоставляют время, тратят на нас деньги, дают нам возможность, хотя нас, как правило, действительно очень мало, все равно дают нам возможность быть и освещать свою отнюдь не бесполезную деятельность.